Хей, йога, если мы шутим, мы продолжаем проходить игру под названием Узурпатор. Короче, как вы поняли, да, прикольно все получилось у нас. Я хером залагал, и мы остались в полу. И главное, что нельзя оттуда никак выбраться. Ну, только с помощью читов, но... Вот опять. Я нанес челику минус 88 первому. Он сдох. Это даже не включая того, что мне этот типа помог. И не сдох, парнишка. Готов. А, давайте... Блин, это ж мне заново нужно вверх лутать, да? Выходит. А там все равно лутать нечего. Там все равно лутать нечего. Мясники убийцы. Или оно уже открыто стоит? А, оно уже должно быть открыто, точно. Или нет? Серьезно? Только не говорите, что оно закрыто. Ладно, пойдемте включать. Нужно до щелчка ворот. О. Тихо, я ж могу здесь забраться. Я ж могу по-быстрому так забраться. Короче, там нужно где-то в 6 рычагов нажать, чтобы нам открылся верх. Сторону. Давайте в эту сторону. А это эти гармошки, которые я ж могу здесь сохраниться точно. А, нихера себе. Пока. Level up. Save game. Как их? А-а-а.
А ну кого я посмотрю? Но будешь атаковать? Ну, в принципе, он такой, как и все, но чисто будешь для красоты. Будешь чисто для красоты. Так, а какая-то там херовина внутри. И она подзаряжена всей энергией. The machine seems drain power from the collection inside the crystal. Короче, чтобы освободить, мне нужно зарядить кристалл. Понятное дело, чтобы зарядить кристалл... А, да, я все-таки должен получить полет, потому что я туда так не долечу на своих двух. Блин, они мне не наносят ничего, но я боюсь. Сколько это тут за... такое? Давай сначала в эту сторону. Так, там понятно, что тупик. Здорово, я перешел в мидбой. Или помните, как в Hollow King? А, так они только наносят, когда я это. Ё-моё. Так. Ладно, возвращаемся с самого начала. Зачем? Потому что меня вот эта херовина атакует. Мне нужно выжить. Успел. Что ты тут делаешь? Дядя, что они все здесь делают? Так алло, я ж... На этой я же еще не сидел. На кровати. Какого черта? Ладно. Плевать. Просто бежим. Главное запомнить, что у меня одно хп. Главное запомнить то, что у меня одно хп. Он пульнет меня. Ха-ха, я знал, что так будет.
пускай без звука, но я понял, что он будет ко мне лететь. Так, 25 тысяч. Левелап. Я не понимаю, а почему враги восстановились? Или я где-то там... Ай, блядь, я вспомнил, где я нашел этот. Точно. Ладно. Я просто вспомнил, где я же сохранился. Я тупой. Я такой глупый. У нас сохранялка в этом была. На вот этой херовине, где все происходит. Сука. Я же ворота там открыл. Я же вот здесь ворота открыл. Поэтому здесь все нужно было сделать. Я глупый, окей. Окей. Найс. Ладно, хотя бы не зацепился на этот раз. Так, хорошо. Отлично. Как так можно было сундук просрать? Я мог туда, да, зайти? Ну, я так понял. Я так сразу понял, что будет. Так, а могу я по-быстрому как-то сделать, чтобы каждый раз так не бегать? Не, пошли, короче, обратно, там сохранимся как тогда, да и все. Я уже понял, что я херню сделал, когда зашел в ту комнату с боссом. Ну я понял, что там сразу что-то нечистое.
А теперь уже все просрано все. Теперь уже все просрано. Уже все просрано. Что можно было? Так, короче, go, сохранимся в той локации. Самое тупое, то, что я после этого не сохранился. Но главное то, что мы уже убиваем врагов. Все идет очень все хорошо. Вот, а теперь можно не волноваться. Потому что нам только нужно подняться, а и ловушки все пройти. И ловушки все пройти. Еще нужно найти не умерев. Или посрать. Там всего лишь 20 тысяч. Да я думаю, наверное, посрать. Я думаю, что скорее всего посрать. Ту-ту-ту-ту-ту-ту. Теперь да, я мог вообще не волноваться. Задушим. Мне нужно было только наверх залезть. Ну, понятно уже дело, что я не залезу. Пиздец, вы заебали. Убивай. Главное, чтобы не было ограничения по смертям. То мне просто с самого начала не хочется играть. И главное то, что и хила здесь нету. Если во всех играх хотя бы хил есть, то здесь он отсутствует. Просто-напросто. То тут он отсутствует. Посмотрите, а вот теперь вот это чистое. А вот эти все грязные. Что-то изменилось? Что-то изменилось. А из-за чего я там коцнулся? А, из-за демона, точно. Так, 16 штук. Thank you.
А там тупик, я понял. Я ж вернулся. Так считайте нашего персонажа только 2 хп. Это то же самое, что играть с одним хп. Только там мы получаем хотя бы 2 на одну попытку, а здесь мы получаем. То есть наоборот. Там мы получаем только 0 попыток, а здесь хотя бы 1. Если смотреть, что игра довольно сложная, и мы с вами просираем сразу после следующего удара, вот это самое опасное место. Это вот самое опасное место. Дальше там просто. Главное, чтобы не подвисало. А, вот здесь еще, да. Вот это еще место убогое. Вот этого лучше. Отсюда атаковать. Ну что, поехали. Воу! Вот это что было? Вот это я впервые вижу такую. Блин, короче, когда он к спине лезет, нужно сваливать. Понятно, да, почему? Он начинает резать нас. Потому что он начинает нас резать. Так, здесь мне нужно тебя выключить. По понятным причинам, чтоб ты того не загрел. Жалко, что сразу на верхний. Хотя... Почему нельзя? Можно. А что если ни одного не убить вот этого человечку в мешке? Ну понятно, что это комната вообще всех пыток. Про и сло. То, что я урон не получил. Так. Ложно. Один удар был. Моя жадность. Ну хотя, давайте.
Да плевать. Хотя плевать. Так. Ну, блин. Враг легкий тот, но у него очень много так. Да, можно сделать здесь так. Пиздец. Last try. Последняя попытка. Там было написано, когда фиолетовая хпшка. Сложно. Как же сложно. Вот. Всегда у меня такое чувство, что я сейчас вот попадусь в эту херь. Мне хотя бы души забрать. Угу. Ну, от него лучше далеко не уходить. Блин. Я просто смотрю уже время, я не могу его никак пройти. Вот это пыточно. Тупые пыточные. Ай, враг легкий. Просто я какой-то кривой. Может, другого питомца взять? Мне кажется, они все одинаковые. Если бы они хотя бы чем-то различались. Они ж ничем не отличаются вообще. Только так скидал сферы. А этот непонятно что кидает. Косы, я не знаю. Лучи свои. Ну за что, блядь? Нужно, короче, тайминги еще подучить насчет его рук. Как же это долго. Блять, я просто уже запомнил, уже враги какие будут меня ждать. Уже просто бежать и все. Все готово. Я уже научился блокироваться, все такое делать. Равно меня враги ловят. Все равно враги меня ловят.
А, лучше, короче, на картах присесть, да и все. Они все равно по мне не попадают. Да дайте мне подойти. Что? А повторяй шанс, нет? Ну? Он просто использовал сразу же, понимаете, просто одновременно три способности. Брах. Первый он заюзал... Вот ухерь. Типа луча из глаза. Вторую, типа волну он сразу заюзал. И он начал мне еще при этом резать. Чё? Я уже устал от этой локации. Ну, видите, я ее задефал. У меня хороший меч, потому что у меня радиус там огромяный. Ох. Ох, только что сейчас было опасно. Сейчас было бы опасно. Я очень невнимательный. Я к нему очень близко подхожу. Вот. After Dead, вот игра хорошая. Почему? Потому что перед входом в локацию с боссом нам сразу дается костер. Здесь же. Ё-моё. Сколько я времени трачу, чтобы просто добежать до босса. А что, скажите мне? Вот мне нужно было всего лишь один раз его ударить, чтобы убить. Нет. Нет и нет. Нет, нет и нет, мне говорят. Ну здесь, я уже здесь, блин, понял, как все делать. Хорошо делать. Не умерев. Сердце. А, все, я думал, я все еще перевертыш. Манать. Это сложно.
Так, а теперь что мне эта херня дает? Которую я подобрал. Так, по карте, где я нахожусь? Я там, где кровавая комната. Так, я перепрыгнул. Так, там еще где-то проход я вижу. Стоять. Смысле? Показано, что там еще есть проход. Я что-то его не увидел. Может, я его просто не увидел? А он там есть? Так, я видел... Вижу одного шамана уже. Так, ну тут сверху ничего нет. Так, ё-моё, он ворует у меня души. Я-то думал, мне дают души. Они воруют их и уходят. Ну, тогда все ясно. Тогда мы сейчас возвращаемся, да и все. Осторожно возвращаемся. Так, а там уже где-то маг, да, был? Да, вот он. А ну-ка, сейчас посмотрим. У меня 36. Да, он ворует души. Тогда да, все стало на свои места. Там есть проход куда-то? Нету. Что я подобрал? Скажите мне. Не, главное... Может, мне я вот это теперь могу запустить? Генератор? А я оттуда тоже, да, не могу залезть. А, главное сейчас сохраниться и закончить серию. Ладно. Level up. Yes. Сейчас все сделаем, стоять. Зашибись. Да. Level up. Готово. Теперь вот 20к нужно следующее. А теперь, в принципе, можно сохраниться и закончить. Поэтому всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте. Всем удачи и до новых встреч, друзья. Всем пока.